Вчера мы говорили о том вообще, собственно, какие возникли точки зрения на то, что такое память, какова модель памяти, как бы можно было ее представить. И начали мы с вами с донулевого периода, назовем его архаичным периодом. Начали мы с доантичного периода. Да? Мы, в принципе, говорим о том, что на сегодняшний момент времени первой классической теорией памяти, опять-таки, теорией памяти, да, занимался такой замечательный выдающийся философ, как Аристотель. Но, нужно отдать должное, существовали люди и ранее Аристотеля, которые занимались данной проблематикой. Вчера мы коротко об этом говорили и вспомнили Гесиода. Гесиода, Гераклита и прочих людей. Мы должны понимать, что именно благодаря Гесиоду, в принципе, и определилась та самая концепция, которая в дальнейшем была воспринята такими философами, как Платон и Аристотель. Итак, чем мы с вами руководствуемся на данном этапе при исследовании памяти? Мы будем руководствоваться психологической антропологией и феноменологией. С точки зрения феноменологии, мы вчера с вами уже говорили о том, что у нас есть два понятия. У нас существует понятие онтогенеза и существует понятие филогенеза. Именно введению понятия филогенеза мы, собственно, и обязаны Гесиоду. Вот мы с вами отмечаем наличие этих двух понятий. Когда мы говорим о филогенетической и онтогенетической памяти, уходя в сторону от терминов, давайте придем к определенному зрительному образу, да? То есть мы говорим о том, что, опять-таки, еще издревле люди считали, что на память, как и на любой другой объект исследования, можно посмотреть двояко. Можно смотреть с точки зрения персональной, то есть с точки зрения человека как такового, да? То есть каждый человек воспринимает свою жизнь определенным способом. У него есть оценки, у него есть критика, у него есть отношения, у него есть какие-то познания. Все совокупно мы могли бы это назвать неким человеческим подходом к исследованию памяти. Да? То есть результат человеческого опыта, восприятия, ощущения, миропонимания. Я сейчас говорю исключительно категориями философскими. Да? Так вот, именно этот блок памяти, который есть продуктом восприятия человеческого, да, то, что человек думает о своей жизни, называется памятью онтогенетической. Когда мы говорим о памяти мировой, когда мы говорим о том, что можем воспринимать память по-другому, с точки зрения того, что все нас окружает, да, или говоря другим языком, это внешняя память, да, то есть отражение всего, вот все, что мы видим вокруг нас, это и есть отражение нашей памяти. Или память мира. Да? Так вот, в науке память мира соответствует такое явление, такой термин, как филогенез, и, соответственно, филогенетическая память. В современной классической науке эмпирия памяти напрямую связана с онтогенезом. То есть, раз мы говорим о том, что у нас есть какой-то конкретный человек, да, или совокупность личностей, которые так или иначе имеют отношение к памяти, это можно описать. То есть, вот есть человек, есть определенные действия, которые он совершает, есть определенные процессы, функции, и по продуктам этих процессов и функций можно изучать индуктивным образом, что есть такое память. Поэтому, когда мы говорим об эмпирическом подходе, это подход описателей. И нужно отдать должное, результаты этого подхода, они достаточно широко известны. Да? Благодарю коллег, с которыми мы беседовали и продолжаем взаимодействие в рамках исследования памяти. И все отмечают, опять-таки, это, думаю, около более 90%, как бы, что пользуются самостоятельно эмпирическим подходом, что принимают к сведению онтогенетический подход, да, онтогенез памяти, то есть позицию исследования человека, человеком, то, что его окружает. Этот подход очень, скажем так, массовое внимание получил с конца 17 века. Оформился в 18-19 веке. Опять-таки не забываем таких ученых, как Эбингаус, Вундт, все на них ссылаются. Прекрасно знаете, что именно они положили начало огромному пласту экспериментальных исследований в области памяти. Так вот, вот этих выкладок вы найдете немалое множество. Есть определенные графики, есть определенные тенденции, есть предположения, есть гипотезы. И наперед прошу вас не путать гипотезы с уже выявленными моделями, это совершенно разные вещи. Так вот, миллион гипотез, связанных с эмпирическим подходом, это
это достаточно обыденная информация, никакой сложности в ее получении в принципе нет. Но вот когда мы говорим о филогенезе, о филогенетической памяти, вот здесь мы сталкиваемся с небольшой проблемой. Если около, совершенно условно, давайте так поделим, я знаю, что мою точку зрения не все будут разделять, нормально, около 80-85% современных школ психологии, они поддерживают эмпирический подход и занимаются онтогенетическими исследованиями и расследованиями. Когда мы говорим о филогенезе, когда мы говорим о мировой памяти, когда мы говорим о таких феноменах, не так уж много наук в принципе занимаются такими явлениями. Ну, во-первых, сама феноменология, безусловно, как факт. Психологическая антропология, ну а если мы будем говорить о психологии, то это только глубинная психология. То есть глубинная психология не только разрешает, да, или дозволяет существование филогенетической памяти, но и исследует ее. И здесь мы должны обратить внимание на 19-20 век. Мы говорим о триаде выдающихся мэтров, которые являются в том числе отцами и основателями современной глубинной психологии. Это Зигмунд Фрейд, Карл Густав Юнг и Лепот Сольди. То есть прежде чем подходить проблематики, прежде чем подходить к комплексной модели, мы должны понимать, чем мы обладаем на сегодняшний момент времени. Мы отдельно будем с вами говорить о мэтрах, мы отдельно будем говорить о Фрейде, собственно, которому мы и обязаны появлению такой современной дефиниции, как бессознательное, да, и его одним из исследований, опять-таки одним из результатов его исследования было выявление персонального бессознательного. Отдельное внимание мы обязательно посвятим Лепоту Зонди и родовому бессознательному. Будем говорить о родовых жизненных сценариях, будем говорить о родовой сцене. И обязательно поговорим с вами о тесте профессионального ориентирования господина Ахника, потому что это уникальный тест по сути. Он в том числе является логичным продолжателем школы судьбоанализа. И это человек выдающихся способностей, опять-таки мое субъективное мнение, но это единственный человек в мире, который смог создать тест, увязывающий навыки человека с его уровнем подготовки, с его способностями, с его родовым бессознательным, а, соответственно, показывающий устанавливающие связи навыка и памяти. И тест этот известен. У нас в нашем научно-исследовательском институте памяти этот тест есть. Более того, так сказать, смею, знаете, как ваша покорная слуга, доложить, что у нас этот тест есть в полном объеме. Есть и сам материал, да, и подборка, и и методика, и схема, и система интерпретации, все эти вещи я вам тоже представлю, если это, конечно, интересно. Ну, в общем, когда мы говорим о глубинной психологии, пожалуй, самым ярким представителем, исследователем филогенетической памяти, известным на сегодняшний день, я подчеркиваю слово «известным», является Карл Густав Юнг. Это не значит, что родовое бессознательное как-то, знаете, некачественно отличается или не исследует внешнюю память, или что Зигмунд Фрейд не занимался этими вопросами. Просто именно коллективное бессознательное, то есть наследие нации, наследие популяции, групп людей, на сегодняшний момент времени тесно связано с именем Карла Густава Юнга. Собственно, именно он и ввел понятие коллективного бессознательного в аналитической психологии. Но на сегодняшний момент времени, если мы будем анализировать эти два подхода, мне придется повториться о том, что вы не найдете здесь единства. Вообще, в принципе, с точки зрения психологии как таковой, не так уж много ученых ставили себе задачу интегратора, введение интегратора и вообще разрешение задачи интеграционного порядка. То есть задачу, которая позволила бы найти единый язык, понятный, всем школам психологии, этот язык должен быть объективным, безусловно, не просто понятным, и который бы объяснял все процессы, все явления, функции, модели и прочее, прочее, прочее. Пожалуй, единственным человеком, кстати, вот он здесь и представлен на этой доске, да, вот единственным человеком до конца 20 века, который себе задачу эту ставил, это и был Лепот Зонди. Это вообще
удивительная как бы история, в принципе, если сравнивать характер самого этого ученого, достаточно скрытный, мы, в принципе, мало что о нем знаем. Это единственный человек, который знал и Фрейда, и Юнга лично, умело каким-то образом посадить за один стол, найти общий язык, и этот человек поставил себе задачу ввести понятие интегратора, именно интегратора памяти. Он не просто хотел рассматривать, знаете, как кусок отдельно персональное, отдельно родовое, отдельно коллективное. Он искал язык, который бы являлся единым для всех этих порядков и уровней памяти. Он пытался найти модель, он ввел тест вообще. Существование теста, тестозонди, это ну, как бы единственное вообще достижение с точки зрения исследования бессознательного как такового. Именно принадлежит оно школе судьбоанализа и судьбопсихологии. То есть Юнг тест не создал, Зигмунд Фрейд тест не создал. В эмпирического подхода существует миллион различных тестов, которые направлены на определение того или иного умения человека работать с функциями памяти, что-то забывать, запоминать, возвращаться там, к какому-то предмету повествования, да, измерять избирательность памяти, кривая забывания. Все эти вещи вы можете легко найти и обнаружить. Так вот в чем соль? Соль в том, что перед нами две крайности. А интегратора нет. И вот этот вопрос интегратора – это вопрос открытый. Собственно, мы с вами к нему в том числе идем. Можно было бы, конечно, задаться вопросом, почему сторонники онтогенеза, то есть вот этой человеческой памяти, в том числе сугубо механической, биологической памяти, да, которая сводится и к нейронаукам, и, скажем так, к определенному выводу, что память и мозг – это в принципе одно и то же. Почему эмпирический подход не изучает внешнюю память, не изучает память мира? Да все очень просто, у них просто нет инструментов. Понимаете, математические и статистические уровни исследования, они хороши при определенном подходе, да? Они хороши на определенном уровне. Но другие уровни, такие как психика человека, не биология, не механика, они требуют совершенно иного подхода. То есть законы психики не равны законам биологии, не равны законам механики. Это совершенно понятно. И когда мы пытаемся переносить законы и порядок функционирования биологии и механики на другой, на психологический аппарат, мы получаем огромное заблуждение и неверные выводы. Нельзя один порядок переносить на другой, чтобы пытаться объяснить то, что необходимо. Это не научно. Но, тем не менее, исследования существуют разные. Опять-таки, мы должны с ними сталкиваться и должны сеять как через сито и понимать, что правда, что нет. В любом случае, когда мы говорим о памяти, как это ни странно, на сегодняшний момент времени существует немалое количество лиц, персон, школ, которые, в принципе, некую модель памяти воспринимают как оттиск. Существует огромное количество, я сейчас прекрасно понимаю, что уже там по ту сторону экрана на меня смотрят, знаете, острые очи. Я вас прекрасно понимаю, кто-то называет это оттиском, кто-то называет это следом, кто-то называет это паттерном, кто-то называет это импринтом, кто-то называет это интуитивным ощущением, позывом, да чем угодно, назовите как хотите. Кстати, вот особенно меня заботит слово «ощущение». Просто цепляясь такое количество слов, ну, подобного рода слышу, и вот никак не могу понять, вот думать и ощущать – это одно и то же или нет? Вот я, знаете, слышу так периодически, по моим ощущениям, я думаю, так вот человек думает или ощущает? Это чистая ремарка вот такая. Потому что сколько раз с коллегами беседую, как бы с психологами, они все вот это слово «ощущение» любят как бы применять. И вот я думаю, вот ощущать и думать – это одно и то же в их понимании или все-таки разные вещи? Или когда они не знают, что думать и как, они начинают ощущать. Да, слово ощущать. Да. Да? Ну, опять-таки, мы сейчас, мы можем, конечно, говорить о подмене понятий, но... Самое натуральное подмена понятий. Ну, я задалась другим вопросом, если позволите, да? Опять-таки, при таком пиршестве и множестве мнений, ну, вероятно, аж откуда-то, как говорится, ноги растут. Если говорить не научно, но фактажно, то это именно так. И вы знаете, не стоит далеко ходить. Как мы уже говорили, я люблю это повторять, все новое – это хорошо, забытое старое. Если вы слышите классное слово «импринт», мне вообще это слово очень нравится, я, в принципе, по своему первому образованию классическому, я переводчик, романо-германская филология – это, собственно, ну, для меня далеко не первый день. И когда люди начинают говорить там о седактивных дезапелляциях и чем-то еще, я сразу же это перевожу на русский язык и понимаю, что это все ерунда. Так вот, все эти импринты и прочее – это вот хорошо,
известное сегодняшнее, которое на самом деле достаточно древнее. Опять-таки, если руководствоваться современными, так сказать, измерителями академической науки. Так вот, самый первый трактат, на который я хотела бы обратить ваше внимание, сразу оговорюсь, наверняка для человека 21 века это будет очень нудное чтиво. Но вам, если вы хотите быть людьми образованными, да, если вы хотите понимать, откуда вообще все эти вещи, которые вы слышите сегодня, и с телеэкранов, и от различных тренеров, да, и бизнес-тренеров, и коучеров, те, которые рассказывают, как вам жить и что вам делать, эти же люди, они же откуда-то черпают информацию, правильно? Вот все совершенно очевидно и понятно, откуда взято. Есть такой замечательный человек, зовут его Аристотель. У Аристотеля существует немалое число рассуждений и трактатов. Есть так называемая большая группа, есть малая группа. Малая группа трактатов максимально удобна для современных специалистов. Разных специалистов, не только в области психологии. Я сейчас ни в коей мере не хочу обижать своих коллег. Удобство трактатов Аристотеля заключается в том, что а. они переведены на русский язык, б. они короткие. И вот один из таких трактатов о памяти и припоминании, он всего лишь 9 страниц. И сегодня мы кое-какие позиции из этого трактата с вами разберем. Для того, чтобы вы в том числе понимали, откуда и каким образом сегодня, в 20 и 21 веке, вы слышите новые слова, новые исследования, новые оттиски получаете на своей душе, да, как прям как шрамы на личности. Так вот, все это новое, это совершенно известно и совершенно понятно, и очень конкретно определенное старое господином Аристотелем. Ну вот давайте с вами познакомимся с первой попыткой дачи определения Аристотеля. Причем господин Аристотель не чурался понятия попытки. Он так и говорил, это первое гипотетическое введение. Да? И вот о чем он говорит. Он говорит об исследовании ощущения. Он считает, что именно с ощущением как способностью так или иначе связаны все высшие проявления одушевленного организма. Ну, Аристотель в принципе считал, что чем человек отличается от всех остальных? Наличием души как таковой, да? И он говорит, что такое проявление, как память, это тоже проявление одушевленного организма. То есть ему свойственно исключительно человеку. И он говорит, что память есть приобретенное свойство или состояние ощущения по прошествию времени. Вот мы его с вами... запишем. Во-первых, это некое приобретенное свойство. Первая логическая посылка. Вторая логическая посылка, что это состояние ощущения. И третья логическая посылка – прошествие времени. Свойств и функций памяти, да, то опять-таки функции запоминания, вспоминания и припоминания как раз-таки рассматриваются в трактате Аристотеля. Когда мы говорим об ощущениях, о процессингах, о состояниях, тоже известно, откуда это все-таки взято. Когда мы говорим о прошествии времени, это вообще огромный пласт исследования, принадлежащий эмпирике, да, именно эмпирии. Та же кривая забывания Эллингауза, те же бесчисленные ряды, скажем так, специально подобранных бессмысленных слогов, да, и способность человека запоминать те или иные вещи, они связаны вот с этой триадой. Вероятно, найдутся зрители, которые скажут, ну как же так, как же у нас же есть целый свод, у нас же есть визуальная память, у нас же есть эйдетическая память, у нас же есть слуховая память и прочее, прочее, прочее. Так вы знаете, господин Аристотель это все учил. И в первую очередь, пожалуй, именно этому философу, просто нет более ранних упоминаний, да, мы обязаны, так сказать, предтече модели. Он давал первую модель, если так можно выразиться вообще. Он говорил, что память – это совокупность оттисков. И
вот еще такой вот момент. Аристотель объяснял, как это можно образно, то есть визуально представить себе. С очень многими коллегами беседовала. Многие, как вы понимаете, слова обобщающие, но я его использую намеренно, дабы не обидеть отдельных личностей. Ну, достаточно многие люди говорили о том, что зачем вы вообще в принципе задаете нам вопросы, касающиеся моделей, касающиеся образов. Это ведь все настолько персонально, это все настолько, ну, скажем так, обтекаемое и прочее, прочее. Но опять-таки, когда мы говорим о модели, когда мы говорим об образе, мы не можем уйти в сторону, потому что так или иначе мы в том числе обладаем геометрической функцией. Да? Мы не можем, человек не может жить безобразно. Когда он живет безобразно, так и говорят, живет он безобразно. Да? И так или иначе, когда мы говорим о понимании, о сознании, о памяти, она безраздельно связана с образом в том числе. То есть невозможно говорить о вещах, о вещах, которые нам неизвестны, да, о неведомых понятиях, не обладая вот этим самым образом. То есть, например, когда я вам говорю кинжал, да, например, вот вы видите, вот у вас сразу возникает некий образ, да, образ кинжала. Когда я вам говорю, например, холодильник, ну, вы, безусловно, сразу же вспоминаете там белого или серого гиганта, в который вы храните свою любимую еду. Когда я вам говорю финансы, вот здесь возникает кое-что интересное. Что вы вспоминаете? Кто-то вспоминает, извините, кафедру финансов, кто-то вспоминает нелюбимого нелюдя преподавателя, кто-то вспоминает количество денег у него в кармане, кто-то вспоминает скачки курсов на бирже. Видите, какое многообразие образов? Кто-то вообще ничего не вспоминает. Так вот, этой причиной, этой проблемой в том числе занимался Аристотель. Он говорил, что есть проблема припоминания. Почему он рассматривал проблему припоминания? Ну, собственно, потому что он разделял в том числе человеческое миропонимание и мировое, так сказать, изначальное понимание. Он говорил о том, что чаще всего, когда человек нечто припоминает, а продукт припоминания и память не есть одно и то же. Он так и писал, вы можете это проверить, пожалуйста, это все в открытом доступе, что когда у человека возникает определенный образ, с которым он сталкивается, он слышит некое слово или вспоминает какое-то явление или какую-то ситуацию, он вспоминает сам объект. И не всегда он вспоминает те события, которые связаны с объектом, не всегда он вспоминает все проявления этого объекта, да, как он может быть использован. А если он не владеет сутью этого объекта, он не сможет его использовать, то есть не сможет его применить. То есть он бесполезен с точки зрения навокального аппарата. Так вот, Аристотель, за что ему спасибо, он говорит, что понятие памяти и наше представление о памяти – это разные вещи. И вот это, пожалуй, одна из полезных посылок, которую нам необходимо в том числе учитывать. Потому что когда мы припоминаем определенные, ну скажем так, психические процессы, когда мы припоминаем те или иные вещи, мы их по-разному называем. Кто-то называет это ощущением, кто-то называет это восприятием. Сам же Аристотель считал, что память напрямую связана с воображением. У него существует целая система, которая называется фантасмами. Да? Эти фантасмы как раз-таки являются продуктом ума и продуктом воображения. По сути, что это такое? Это образ. Определенный образ. Так вот, если образа нет, если фантазма этого нет, ум, как говорил Аристотель, не может с ним работать. Ему просто не с чем работать. Сцепа нет. Знаете, вот как... В русском языке есть выражение «как об стенку горох», да? То есть вы объясняете человеку, а он все проходит мимо. Почему? Ну, потому что нет образа, не с чем сцепиться, как вариант. И вот с точки зрения самой памяти, какой образ давал Аристотель? Он говорил, что представьте себе некую дощечку, да, на которой определенным тонким слоем нанесен воск. И вы берете палочку и вот. Что-то записываете, да, или каким-то другим образом на этом воске остаются следы или оттиски и отпечатки. Вот совокупность всех этих отпечатков он и называл вот этими фантазмами, да, или продуктами памяти, или оттисками. Напрямую связано с этими оттисками. Это первый ученый-философ, который дает вообще
некое образное представление о памяти в виде вот этой вот восковой дощечки, на которой существуют оттиски. Почему для нас в том числе это достаточно важно, почему мы уделяем этому эфирное время? Ну, потому что из этой концепции на сегодняшний момент времени вышло немало исследований, которые все просто переповторяют изначальный источник. Есть отдельное рассуждение касательно предмета исследования памяти у господина Аристотеля. И с точки зрения предмета, Аристотель начинает вообще первую часть трактата с попытки определения предмета памяти, и он говорит, что люди часто заблуждаются относительно этого. Последнее замечание, скорее всего, относится к Платону. Они достаточно часто спорили, что они секрет, да? Платон вообще был убежден в человеческой способности помнить вечные идеи. А это как раз-таки относится к филогенетической памяти, да? Аристотель сам некогда разделял подобную точку зрения, но нас не это интересует. Предметом памяти, по словам Аристотеля, не может быть ни настоящее, ни будущее, но только прошлое. Простая констатация этого очевидного для всех факта сразу же сообщает нам о памяти довольно многие. Во-первых, что всякая память связана со временем. Следовательно, обладать ею могут только те живые существа, у которых есть ощущение времени. Когда мы говорим о проблематике времени и связи времени и памяти, для тех, кто хочет ознакомиться с этим явлением подробнее, с этими исследованиями, вам необходимо обратиться к экспериментальным исследованиям XIX века и здесь вам, конечно же, нужно обратиться к школе Эббингауза и к исследованиям. Память касается только прошлых актов мышления и ощущения, так считает Аристотель. Ну, собственно, ничего нового нет и в том, что на сегодняшний момент времени в большинстве моментов, да, мы имеем дело не с памятью, а с продуктами ощущения человека касательно того, как он так или иначе сталкивался с какими-то проблемами в своей жизни. Да? То есть вот когда мы говорим вот о этих оттисках, этих отпечатках, да, ведь отпечатки, они вот эти вот, они разные бывают, но чаще всего, простите, пожалуйста, они бывают злокачественные, да? Именно поэтому у нас очень часто возникает проблема травматики, травматических неврозов и всего остального, которые в том числе исследовал господин Зигмунд Фрейд. Я не думаю, что вам будет очень сильно интересно слушать далее трактат Аристотеля. Направление мышления я вам уже показала. Уверена, что вы найдете для себя много интересного за эти 9 страниц, много знакомого. Вы знаете, я вот лично субъективно почему рекомендую вам этот трактат? Ну, знаете, вы можете взять, конечно же, купить немало книг, классных писателей, настоящих исследователей, да? Вероятно, какие-то книги будут даже толковые. И очень долго сидеть по кусочкам, собирать вот эту картину. Чтобы всего этого не делать и даже банально не тратить деньги, очень просто взять несколько трактатов Аристотеля, и вы получите полную картину, которая на сегодняшний момент времени развиты в отдельной, даже, не побоюсь этого слова, школы психологии и системы взглядов. На что хотелось бы обратить ваше внимание? У нас получается какая-то странная картина. Вот именно странная. Вот мне, как исследователю, эта картина, она меня очень сильно зацепила. Смотрите, когда мы говорим древний период, да, мы условно его делим на доантичный период и самоантичный период. Доантичный период можно было бы разделить на две категории, да, это, собственно, мифология, да, это пантеон богов, среди которых занимает определенное место богиня Мнемозина. Опять-таки, это греческий, совокупно сугубо греческий взгляд, потому что если мы будем говорить о славянских богах, богини памяти, ну, вы можете найти богиню памяти? Посмотрите, последуйте, вы ее нигде не найдете. Если мы будем говорить о нормандских, скандинавских мифах, там нет богини памяти как таковой. Зато там есть что-то нечто иное, там есть невечное древо и так далее, и так далее, и так далее. И если мы будем говорить о самом античном периоде, здесь существуют люди, которые изучают божественную память, называя ее памятью первичной, потому что боги дают человеку знания, и то, как человек это знание воспринял, это как раз и возникает две крайности.
божественная память и человеческая память. Между этими двумя крайностями весь диапазон системы искажений. И далее что мы имеем? Мы имеем какую-то странную крайность немалого количества исследований о памяти, которые начинаются в 19 веке. Ну хорошо, если мы будем говорить более конкретно, мы можем сдвинуться еще к веку 18, ко второй половине 18 века, и найти там нескольких исследователей. О них мы тоже будем говорить. Возникает вопрос, а чем люди занимались, извините меня, в промежуток времени от античности до 18 века? Неужели проблема памяти не была интересна? Неужели памятью никто не интересовался? И знаете, вот как отдельно стоящий остров в океане, как вот отдельный след в истории, после себя оставил венецианский период исследований памяти. Вот венецианцам по какой-то причине, вероятно, по причине ключевого навыка, скорее всего, очень важно было знать нечто о памяти. Не просто знать, а уметь памятью пользоваться. Поэтому в период 15-16 века существует несколько трудов, существует несколько трактатов, в том числе эти трактаты существуют в открытом доступе. Трактаты эти написаны на древнем языке, некоторые на латыни, некоторые на еще более древнем языке, которые являются смешанными. Это я имею в виду и саксонский, и немецкий, древний немецкий, и прочее, прочее. Арта в меморе существует такой труд. И другие, с какими-то вы ознакомитесь, мы их выложим на нашей странице Научно-исследовательского института памяти. Так вот, возникает, по сути, две крайности. У нас есть Аристотель, Платон, Гесиод, которые дали нам одну модель и рассуждение об этой модели. И у нас есть 19-20 век, который является другой крайностью, крайностью онтогенетической. О том, что существует венецианская система исследования памяти, знают, ну, буквально единицы. Это факт, статистический факт. Когда я разговаривала с коллегами и говорила, просто произносила вслух такие имена, как Камилла, Флад, Джордано Бруно, для многих людей это было настоящим открытием. О том, что вообще были когда-то люди, которые не просто могли рассуждать на тему памяти и модели памяти, а которые могли эту модель вынести вовне и оформить в конкретное изделие, как это сделал Камилла, построив театр памяти. А как достоверно известно, театр памяти — это была самая настоящая деревянная постройка, и мы ее с вами отдельно будем рассматривать уровни этой постройки. И для Камиллы было совершенно нормально пригласить людей в этот театр. Люди ходили по этому театру. Когда они выходили, они начинали совершать определенные поступки. Их открывались определенные способности, как это сейчас модно говорить, и так далее, и так далее, и так далее. Возникает вопрос, а где же все прочие исследования памяти? Ну, в том числе об этом мы с вами будем говорить. Но на данный момент времени, с точки зрения подведения итогов, хотелось бы обратить ваше внимание на две вещи. Вещь номер один, сугубо критическая. Если мы будем мыслить категориями крайностей, причем не разбираясь в предмете, не разбираясь в сути, то мы никакую модель памяти не построим. То есть если человек не обладает единовременно познаниями во всех этих уровнях, диапазонах и точках диапазонов, то он не сможет решить задачу интегратора. Ни в коем случае. Поэтому, если я занимаюсь проблемой специализации и исключительно рассматриваю память как механическую биологическую субстанцию, я и буду получать соответствующие продукты. Она будет работать на каком-то уровне, вероятно. И следующий момент. Это скорее, скажем так, пожелание. Да? Вот меня не очень сильно повезло, мне как молодому ученому, мне сразу удалось, вы знаете, вот встретиться с людьми, которые знают свое дело, и в том числе знают дело ученого. И меня учили так: надо работать с первоисточниками. Причем я могу вам сказать, что эти первоисточники не так уж и сложно найти. Кому надо, кто ищет, тот и находит, собственно. Поэтому мы с вами на сегодня закончили рассматривать понятие филогенетической и онтогенетической памяти. И на основании филогенетической и онтогенетической памяти, совокупно рассматривая то, что мы имеем, мы могли бы предположить следующее. Мы могли бы сказать, что вот на данном этапе, из того, что известно на сегодняшний момент времени, известно, первая модель
исключительно ознакомительно, это первый шаг к построению модели, который можно было бы предположить, да? Это то, что есть определенная среда. В этой среде существует определенная, ну, давайте себе представим, как сферу, да, это сфера сознания, да? И в это сознание вклинивается определенный блок памяти, да, который взаимодействует с этим сознанием. Ну, можно было бы это нарисовать как-то так. Есть такая точка зрения, и мы с вами с ней будем знакомиться отдельно, будем рассматривать ее в том числе в книге. Когда мы говорим о внешнем слое памяти, это память онтогенетическая. То есть, по сути, память человека. То, что человек прожил, пережил, его багаж взаимодействия с другими структурами. А есть память внутренняя, да? То, что человек не пережил, но память это все равно существует в силу наличия коллективного знания, в силу наличия предшествующих поколений и прочего, прочего. Это память мира или память филогенетическая. На сегодняшний момент времени, если кратко характеризовать то, что существует из открытых источников, давайте даже так скажем, из того, что положено, да, мы можем руководствоваться вот такими категориями. Ну и, соответственно, чтобы мы могли прийти к задаче интегратора, нам в любом случае нужно понимать, чем мы располагаем. Вот так коротко обстоят дела. Собственно, если у вас есть какие-то вопросы, пожелания, рекомендации, пожалуйста, вы вольны оставлять все свои пожелания, рекомендации, вопросы, в том числе в комментариях, это приветствуется. Есть определенные книги, ссылки на которые я выложу чуть позже, опять-таки на странице нашего исследования. На сегодняшний день вот на этом такте феноменологии памяти я бы хотела с вами остановиться. И завтра мы будем уже говорить о филогенетическом взгляде. Мы будем говорить о глубинной психологии и мы будем говорить о венецианской точке зрения. Спасибо за внимание.